Всем привет! Мы на канале Вяжем с дочкой. Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено у нас распаковке подарка в рамках акции между вязальщицами совместного проекта «Сезон пальто». Девчонки предложили обменяться подарками к 8 марта, и сегодня мы получили подарок от нашей дарительницы Анастасии. Канал у нее называется Яся Книтинг, если я правильно называю его. Я сегодня выступаю в роли режиссера и оператора, Лена у нас в роли ведущего. Сейчас мы по-быстренькому откроем посылочку подарочек. Открываем, покажем вам и порадуемся все вместе. Пришла нам вот такая большая коробочка. Мы ее уже открыли, чтобы не шуршать. И здесь у нас первым делом открытка показывает. Нет, ну не, вот такая вот открыточка. Красивые, не забудь эти Анютины глазки. И здесь поздравления. Танечка и Леночка, поздравляю вас с 8 марта. Пусть в это сложное время небо над вашим домом останется мирным. И пусть всегда находится время на творчество. Будьте здоровы и счастливы, Настя. И вот прямо в точку, все слова в точку. Спасибо, Настя, большое. Очень важные и нужные слова в это время. Достаем подарок. В большой коробке вот такой красивый упакованный подарок. Как раньше, в советские времена, было с печатью. Так, сделано в Нижегородской области. Такая печать. Интересно. Давай откроем, где у нас тут ножницы были. Вот так вот разрежем. Печать трогать не будем. Так, распаковывай. Как все красиво упаковано. Посмотрите, девочки, какой у нас подарок замечательный. В подарочной коробочке лежит. Достаем. Открываем, достаем. Вау, такой красивенький фиолетовый. Ну, показывай в камеру всем, чтобы видно было. Так, это пряжа из Троицка. Называется «Водопад». Это носочная пряжа, я наслышана о ней. Девчонок всех смотрю, вязальщиц, но у меня такой не было. 70% шерсть и 30% нейлон. 400 метров на 100 грамм. Знаю, что эта пряжа уже снята с производства. Я ее смотрю в разных магазинах, интернет-магазинов, но так я ее нигде не вижу. И цвет это 0230, если я правильно понимаю. Или это 7120, наверное, 7120. Фиолетовая, голубая, сиреневая. В общем, такой цвет, который мы с Леной любим. Спасибо большое. Дальше. Вот так вот показываю. Yarn Arts Flowers. Так. Цвет 262, от розового к бежевому, потом голубая, и такая вот приятный такой цвет, розово-голубой, наверное, вот так, не розово, а серо-голубой, к серому уходит вот уже по краям. Очень интересная расцветка. Из такой пряжи я вяжу сейчас Лене тоже платье. И это мне очень нравится, эта пряжа. Я уже с ней знакома. Вязала несколько раз. Два бактуса. Вот сейчас Лене вяжу платье. Это вот будет еще одна такая очень красивая. Она, посмотрите, к лицу хорошо будет. Вот это вот розовая. Не розовая, даже какая-то персиковая, да, чуть-чуть. Очень красивая расцветка. Ну и дальше, Лена, вкусняшки пошли. Давай, показывай вкусняшки. Дальше вот такие конфеты. Конфеты «Птичье молоко». Для девчонок самое то, чтобы
голова у нас работала, было настроение попить чаю, угостить наших гостей и самим полакомиться. Очень вкусные, и мы их тоже очень любим, покупаем всегда, когда есть такая возможность. Вот такие вот кремаши. Да, это крем для рук, бархатные ручки, набор крема для рук, бархатные ручки. Здесь, я так понимаю, три разных крема. И это детский крем. Сова, Бессоня, кот, мистер, наоборот. И питаю, увлажняю. Это детская серия, я считаю. Потому что я где-то уже тоже видела, что это вот три таких вот набора из трех состоит кремов разных. И я так понимаю, что это детский, или она, это тебе. Крем нам очень нужен. Ручки у нас страдают. И вот такая вот красивая тетрадочка. Клеточку. Лена любит рисовать. Особенно рисует она и любит рисовать по клеточкам. И такая вот она интересная. Смотрите. Позитивное весеннее. Тут цветочки, василечки и всякие деревья. Это тоже нам очень пригодится. Вот так вот, девочки. Такие вот у нас подарочки. Давай красиво все составим. Покажем еще раз зрителям. Так, давай это, наверное, поставим вот так вот вниз. Это вверх. Это вот сюда. А это вот так. Вот. Все видно будет. Держи. Показываю. Вот такой подарочек. Спасибо большое, Настя, тебе за позитивное настроение, за подарки. Очень нужные подарки. Очень яркие, красивые и вкусные. Очень нам понравился твой подарочек. Тебя тоже поздравляем с 8 марта. Всех девчонок с прошедшим 8 марта. Конечно же, желаем всем мирного неба, добра, чтобы спокойствие в душе было, спокойствие вокруг вас, стабилизация вообще в мире, в нашей стране, чтобы мы не переживали, занимались творчеством и были спокойны за завтрашний день. Всем здоровья, не болейте. Всем пока-пока.